Здравствуйте. Сегодня 2 января 2020 года. Павловский. Лимон. Видите, этот не завязался. Вот. Остался один. Будущая заяц. Вот уже у нас зацветает, поэтому... Зацветает. Поэтому надо будет срезать ягоду, чтобы растение полностью отдавало себе. Так, сейчас я поставлю камеру и начнем собирать урожай мандаринов. Лимоны надо несколько дней, чтобы его съесть. Так, там вдалеке оно виднеются еще одни мандарины. Так, за этим оно кумкваты там созревают. Я много кумкватов не собираю. Достаточно одной ягоды, чтобы пошли 31 декабря немножко расслабиться. Это апельсин сам упал. Так, вот он, мандарины. Снимать будем только секатором. Видите, вот грозь какая. Только секатором, потому что так можно испортить. О, уже мягкий, созревший, хороший мандаринчик. Так, еще срежем. Вот это вот. Еще один крупный. Я его назвал харьковский крупноплодный. Но когда их много, они будут вот такого вот размера. Вот. Сейчас еще один свежий. Вот. Вот примерно такого размера. Этот, конечно, крупнее. Вот. Для сравнения, спичный коробок. Видите? И причем будут сладкие. Так, и здесь у нас еще один, вон маленький такой. Надо его тоже убрать. Для чего? Чтобы растение начинало вегетацию. Вот такие вот 4 штуки. Извините, сразу после Нового года можно уже собрать. А там вдалеке оно еще висят. То есть на Рождество есть у нас чем заняться. Как видите, здесь вот горшок не очень небольшой. Около 7 литров. Вот он. 7 литров. Ветки оно привитые на трифолиату. Вот она трифолиата. Ближе подойдем. Вот так вот. И зарастает. Вот она. А ветки все гнем, скручиваем, потому что нам не надо, чтобы он рос вверх. И сделаны отверстия вертикальные такие. Как видите, корни отсюда не вылазят. Может и со временем вылезут, но пока нету. Нам желательно пересадить на 10 литров ведро. Вот я ведро уже приготовил. Оно стоит. Сделаем в нем отверстие для стека лишней воды и будем пересаживать. Потому что после того, как мандарин хорошо отцвел, нельзя трогать. Плоды могут опасть. Ну, листья большие, о, здоровые, такие здоровые листья, без черешка. Черешка, как видите, нет. Это она ягода. Еще одна пыталась. Цвела, но не завязалась. Спасибо, что зашли, посмотрели. Еще раз с годом белой стальной крысы и Рождеством. Пока-пока.